Участники этого мастер-класса прокачаны по полной. Три стилизованных съемки и мощный блок по обработке фотографий представил в Челябинске топовый фотограф Игорь Подолян, мастер свадебного и семейного фото. Мой мастер-класс о работе со светом, с дополнительными источниками света. Мастер-класс направлен на, скажем так, разный уровень фотографов, от начинающих и до тех, кто уже состоялся, потому что в мастер-классе будут затронуты темы и естественного света, дополнительного источника света, и, конечно же, затронем тему немножко и цвета также. Особенностью работы Игоря, ну, это в первую очередь, конечно же, цвет фотографии. То есть мне очень нравится сочетание цветов, насыщенность цветов. Ну, мне кажется, что на рынке фотографии именно цветом колористика очень сильно выделяется данный спикер Игорь Подолян. Конечно же, это эмоции, это образы, то есть это целый комплекс различных компонентов фотографии, которые дают вот такой вау-эффект от фотографии, которую делает Игорь. Я давно слежу за Игорем, мне очень нравятся его работы. Честно говоря, я вдохновляюсь ими и хочу, чтобы у нас в Челябинске развивалось это направление именно детской постановочной, вот этой фотографии сказочной, работы с животными и также с семьями. Главная задача семейного фотографа – поймать эмоцию и красиво передать на фото характер участников процесса. Камера позволяет добиться технического совершенства, но по-настоящему крутой снимок – это вопрос мастерства и профессионализма. Ну, вы знаете, в фотографии все сложно, не бывает такого жанра, в котором не сложно. С детьми, наверное, так же, как и с невестами, так же, как и с любым, кого, героем, которого ты снимаешь, возникает. Бывает, у детей не бывает настроения, хандрят и так далее и тому подобное, но если ты семейный фотограф, то это понимаешь и учитываешь, и должен быть к этому, конечно же, готов. Раньше, на самом деле, я очень сильно не любила семейные съемки, просто потому что я не знала, что делать с детками, куда их пристроить, потому что я уже привыкла снимать love story, вот. Но потом время какое-то прошло, появился какой-то другой опыт, и я уже поняла, что семейные съемки, они самые милые. Свежие знания по работе со светом. Секреты преображения готового снимка. Вдохновленные и прокачанные участники мастер-класса отправились создавать свои новые шедевры.